и наград за заслуги перед городом предоставляется главе муниципального образования город Алёкниц Сергею Евгеньевичу Щеплякову. Дорогие жители города Алёкнинска, я поздравляю вас с 387-летием. Наш город — это город огромных, больших перспектив. И в этом году мы заложили большой фундамент для стабильного развития нашего города. Сегодня в нашем муниципальном образовании реализуется очень много больших федеральных, республиканских программ. Строится новое жилье, ведется реконструкция водоканала, аэропорта. С этого года начинается долгожданная реконструкция и капитальный ремонт нашей многострадальной дороги УМНОС. Продолжается благоустройство дворовых территорий. Устанавливаются новые современные детские площадки, строятся тротуары, новое уличное освещение. В следующем году у нас еще больше проектов. Все вы знаете, что наш Мариинский сквер получил в этом году грант в размере 32,5 миллионов рублей. В следующем году он будет реализован до конца года. Также вы все знаете, что наш городской парк, долгожданный городской парк, получил федеральные средства в размере 70 миллионов рублей. И также в следующем году этот проект будет реализован. Именно с вашей помощью. Ну и самое главное, мы сейчас добиваемся, я уверен, именно с вашей помощью и с вашей поддержкой мы добьемся асфальтирования дорог и обновления автобусного парка. Грамотой почетного гражданина города Алёкницка за многолетний труд, который способствовал укреплению и развитию экономики и культуры города, награждается Дубинин Андрей Андреевич, звание почетный гражданин города. Самарин Валерий Степанович, почетный гражданин города. Валерий Степанович, ждем вас на нашей сцене. Владимировну, которая курировала этот проект, которая также будет вручать сертификаты и дипломы. Я напомню, что этот конкурс был проведен в рамках года гражданских инициатив, и такой очень активные жители очень так хорошо подавали заявки и приводили свои дворы в порядок. Поэтому сертификат на сумму 3000 рублей вручается двору по адресу микрорайон ЗСМ. Приглашаем представителей микрорайона ЗСМ. Сертификат на сумму 10 тысяч рублей вручается двору по адресу Калинина 4. Представители дома, пожалуйста, подойдите.
Ну и пошли наши призовые места. Я напомню, 3 первых призовых места награждаются новой детской площадкой. Сертификат на приобретение детской площадки вручается двору по адресу Спасская, 98, Каландаршвили 1. Уважаемые жители, вот какие активные, посмотрите. Поддержим бурными аплодисментами. Активно принимать участие в благоустройстве города Алекминска. Пусть наш город будет зеленым. Это мы сделали, ребята. Спасибо большое вам. Сертификат на приобретение детской площадки вручается двору по адресу Карла Миллера, 89. Занявшие второе место в данном конкурсе. Где-то я видел жителей дома Карла Миллера. Просим на сцену. Уважаемые горожане, поздравляю вас с нашим праздником. Очень хорошим праздником. И мы, наш дом благодарит, да, горсовет за то, что вот так нас, мы всегда участвуем. У нас двор сам красивый, много цветов, и мы стараемся каждый раз. Субботники делаем, деревья сажаем, и вообще у нас классно. Приходите к нам. Спасибо за приглашение. Между прочим, Карл Миллер, 89, я помню, отмечали свой юбилей, 30 лет, да? 30-летие всем домом во дворе отмечали. Это потрясающая традиция, которая будет продолжена, я уверен. Ну и самое главное, сертификат на приобретение детской площадки за первое место в конкурсе «Лучший двор 2022» вручается двору по адресу Кудрина Богинского, 40. Представители дома. Сколько путей дорог наложено, а у нас с тобой курс совсем иной.
ветеран труда. В этом году у меня юбилей, в связи с чем у меня была почетная грамота, значит, с нашего района. Здесь также было вручено, ну, тоже за многолетние благотворные труды. Это Павленко, Сорокалатовых, Голомаревой, Пихтиной, Лец, Павловой, Ивановых, Кургановых, Копыловых, Певсаевых, Мунтиных, Тыкнаевых. Сегодня голову склоняем и ветеранов наших чтим. Не только возраст уважаем, а мудрости сказать хотим. И сегодня в честь Дня города заслуженные награды получат наши ветераны. Для вручения наград приглашается главный врач Лёгкинской центральной больницы Анна Михайловна. Почетным нагрудным знаком ветеран труда Лёгкинской центральной районной больницы, учрежденным профсоюзной организацией Лёгкинской центральной районной больницы, награждается за многолетний добросовестный труд, участие в развитии здравоохранения Лёгкинского района и общественной жизни коллектива. Пономарёва Татьяна Александровна, we'll be right back.
начинается прямо сейчас. У кого-то прямо сейчас, через несколько минут, будет автомобиль, друзья. Ну что ж, я беру твою руку и подхожу к первому финалисту. Тяните, один билет. Один билет. Пока не раскрываем. Тяни, второй билет. Конверт, то есть. Третий, четвертый и пятый. Все конверты розданы. Вот прямо сейчас отойдите все, чтобы все видели. Открывайте. Открывайте. Но пока не говорите вслух, что там у вас. Да, я подхожу сначала к вам и читаете вы. Ювелирные изделия. Аплодисменты, да? У нее ювелирное изделие. Ты у нас тянешь за финалисты, которые там отдыхают где-то, да? Читай. Ювелирное изделие. Ювелирное изделие. Покажи, покажи. Всем, чтобы все увидели. Да. Читайте вы. Сюрприз! Покажите на камеру, покажите людям, что у вас действительно суперприз, друзья! А у вас, я знаю, ювелирные изделия. Ювелирные изделия. Но вы все равно рады. Друзья, вот этот финалист. Не зря ехала, не зря мчалась на всех парах, где ты сам через дорогу живет. Обладательница суперприза. Автомобиль Cadillac SRX, друзья. Честь праздника Алёпинска. Честь города Алёпинска. Вот она, обладательница главного приза сегодняшнего вечера. Аплодисменты!